Всем пятничный привет! Я Леша, сильные новости, рубрика «Короче». Поехали! Ну и страсти кипят в Борисове. Там из-за ревности пьяный муж угрожал своей жене гранатой, при том, что в доме находились дети. Супруги выпивали, в какой-то момент разгорелась ссора. Муж вышел из дома, а вернулся уже с гранатой в руке. Он сел за стол со словами «Вот кольцо, а вот граната». Кольцо положил на стол, а РГД зажал в руке. Женщина испугалась, позвонила своему знакомому. Тот вызвал милицию, мужчину задержали. У него нашли патроны, еще одну гранату. Откуда такой арсенал, неизвестно. Возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. Мошенники придумали новый способ развода по Viber. Теперь они представляются сотрудниками AliExpress. На эту удочку попалась бобруйчанка. Ей позвонил якобы сотрудник AliExpress и сказал, что на ее имя оформлена покупка — мобильный телефон. Женщина заявку не подтвердила, но тут же все равно попалась на удочку мошенников. Ей позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что ее деньгами хотят завладеть мошенники. Дальше по стандарту. Она называет все свои данные и лишается 3000 рублей. Американец потерялся в горах и всю ночь не отвечал на звонки спасателей. Угадайте, почему? Утром он отправился покорять высочайшую вершину штата Колорадо, но к вечеру на связь так и не вышел. Спасатели забили тревогу, начали звонить ему и искать, но тот упорно не брал трубку. Только под утро он вышел к своей машине. На вопрос, почему же он игнорировал звонки, ответ был простой: звонили с незнакомого номера.